Дорогие друзья и гости моего канала, спасибо, что вы к нам заходите, смотрите наши видео, поддерживаете наш канал. Мы за это вам очень благодарны. Вот решила показать несколько работ своего хобби. Раньше я занималась машинной вышивкой. Делала подарки ручной работы, были небольшие заказы. Сейчас у меня подорвалось здоровье, и пока временно я приостановила свои работы. Вот. Не судите строго, фотографии не были сделаны для показа на YouTube, на YouTube-канале. Это были фотографии, сделаны просто для показа сестрам. Вот. Поэтому извините за качество такой продукции. Но все же решила вам их показать. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментарии. С удовольствием на них отвечу. Сегодня праздник. Поздравляю вас еще раз с Пасхой. Всем добра, здоровья, счастья, любви. Оставайтесь с нами. Я покажу вам, надеюсь, в ближайшее время это видеоматериалы, как я делала такие работы. Вот. Желаю вам приятного просмотра. До свидания, до новых встреч. Приятных вам просмотров.